получается, третий день. Мы сегодня гуляем недалеко по району и пришли с Люблина, получается, в Марьино. Мы идем в KFC, пока шли, нашли этот торговый комплекс 153 или L153, в общем, там цифры. Вроде там есть KFC, сейчас пойдем смотреть. А вообще, пока идем, заметили, очень шумно и очень дышать тяжело. Вот, на самом деле, хоть мы тоже живем в большом городе, но здесь нереально это ощущается. Да, и все, мы пошли на обед. Решили мы перекусить снова в KFC. У нас почти каждый день, наверное, получается, что мы в KFC один раз докушаем. В этот раз взяли куски, потому что нам уже эти надоели, как они там... Как они называются? Твистеры. Твистеры надоели. Честно, надоело вообще. Взяли куски, чай. Все. Надеемся, что вот этим количеством мы наедимся. Здесь торговый центр как бы не очень. Ну, не знаю, вот просто по сравнению с центром, где вот мы все ходили, здесь как-то так все скромненько, как-то мало народу. Провинциальный этот центр. Да, хотя все это Москва. Все. Кушаем, нам приятного аппетита. Нет, Максим, передавай как сначала, вот так вот, передавай. Аленка. Максим, привет. Мы снова приехали на Красную площадь, это у нас такой сегодня посерединке пункт наш. Тут решили еще прогуляться, все-таки Красная площадь для нас пока, ну, Москва это Красная площадь, потом так и хочется здесь прогуляться лишний разочек. Сейчас еще пойдем покушаем и заодно тут еще посмотрим все. Народу, как и первый раз, так же много, то есть тут, в принципе, мне кажется, площадь не скучает. Очень много посетителей, много иностранцев. То есть, в принципе, день от другого дня не отличается. А мы сегодня позже просто приехали. Первый день-то, когда мы поехали, мы очень рано приехали. Максимка, Максим, кушать хочешь? Пойдем нормально покушаем. В общем, какой-то там вот этот. Да, мы уже что-то от так от фастфуда устали, и нам первый день дали купончик. А мы купончик взяли. Сейчас вот она сходит. Да. И купончик, и тут домашняя еда, в общем, бизнес-ланч, хотим сейчас здесь так поужинать. Поедем дальше. Зашли мы в итоге в столовую номер 57, это в ГУМе. Лучше все-таки пошли в галерею, что-то мы уже столько всего назаказывали, это... Это уже третий поднос. Это уже наш третий поднос. Алена, сядь! Просто сначала детей накормили, потом сами. Алена! И в итоге... Те, куда лезет. В общем, считали, в итоге очень на кругленькую сумму поели. Но еда здесь вкусная.
здесь именно все сделано так, как раньше, то даже как в СССР, даже такие как чепчики, что я не знаю, в общем, на продавщице, и обозначение как в СССР, и название все сохранено, то... И вот там вот, если выйти, там еще картинки тоже, именно того времени. Ну, в общем, интересный гараж. Эти цветочки, кстати, живые, я уже посмотрела, все так вышло. В целом-то, конечно, все классно, но с учетом наших прожорливых брюшек все дорого получилось. Хотя, в принципе, цены не такие уж и кусачи. Что там, у чека? Нет, да-да-да. Чек сейчас покажу. Просто, если интересно, если в Москве гулять в ГУМе, то вот эта вот столовая, она, в принципе, нормальная вот так вот, если. Там есть еще другие кофейни. Максимка уже морковку, морковную котлету крестит. Вот это наши чеки. Тут все расписано, в принципе, да, что там как. То есть, в принципе, можно, если одному где-то рублей на 350 можно покушать. Да, так что вот будьте в ГУМе, милости просим. Не, на самом деле, правда, вкусно. Вкусно-вкусно. Все, мы покушали. Покушали очень вкусно. Правда, дорого. Вот плохо покушали. Максим, да, Алене. Он съел, наверное, больше всех. Максим, отойди, отойди, пожалуйста. Все. Вот на фоне ты стоишь. Здесь в ГУМе красивый такой отдел с жостовской фабрики. И очень-очень красивые тут игрушки и изделия. Третий раз прохожу и... Максим, ну-ка, отлепляй. Третий раз прохожу и очень захотелось именно это показать. Еще такая красота. Тут есть целый отдел, посвященный атрибутике с Путиным. Тут и футболки, и подушки, и зонтики. В общем, все-все-все. Вот такие вот цены. Пойди покажи нам подушку. Зонтик. Ну и там вообще много всего. Прикольно такой футболочку. Да, Максимка? Нет, значит пойдем. Живая скульптура получается. Я подвезу, что пройдем. Такси приехало. Но не шевелится сейчас. Мы приехали на ВДНХ, немножко поздновато, но на самом деле еще, по-моему, 6 часов нету, просто потемнело уже рано. Да, еще такое. Это я вот сейчас навела на Останкино. Приезжали, она так красиво светилась, там что-то еще даже писалось у них, ну, написан был текст. Какие-то ворота, какой вход, я ничего не знаю, честно, первый раз приехала. Саша уже был здесь, но, правда, он был летом и днем, а теперь мы, считаете, осенью и уже ближе к вечеру.
Так что пойдем посмотрим, что это такое, с чем это едят. Максимка всю дорогу спал, сейчас проснулся недовольный. Сейчас, Максимка, кушать пойдем. Пойдем искать, кушать. В общем, мы поздно приехали сюда. Максимка уже там. Поздно приехали тут. Во-первых, темно, во-вторых, все равно фонтаны уже не работают. Мы там прошлись, прогулялись. Нет, конечно, вид красивый. Но я думаю, что когда все работают, это еще красивее. Плюс здесь уже народу минимум. Но вот, кстати, человек, по-моему, работает, оно еще крутится. Все, теперь не знаю, хотим пройти до Останкино, посмотрим, как сейчас по дороге, как получится или нет. Ну и все, наверное, и поедем уже в аэропорт. Сейчас мы тут пока гуляем, прошли около торгового центра ВДНХ и нашли такую штуку. На самом деле их очень много видела по городу, велосипеды на прокат. Наверное, для москвичей это уже не редкость, но у нас такого нету, правда. Здесь получается 30 минут бесплатно можно взять. Ну и, соответственно, чем больше, тем дороже. Тут вон есть даже сетка размерная. Как-то вообще классная штука. Когда время кончится, деньги кончатся, руль просто блокируется, и все там такая схема интересная. А может и не руль блокируется, кстати, а может просто нету. Там же карточка такая, где почти так держится. Да. Ну, короче, штука интересная. Наверное, скоро к нам придет, надеюсь. Хотя, не факт, не факт. Кстати, сейчас такое время, что тут вообще снега нет. В то время как и снег-то есть. Ну, там все в снегу. Да, здесь вообще нету. Мы все ближе и ближе к Останкинской башне. О, а что на меня не фокусируется? Так и непонятно, что это оно. О, сфокусировалось. По дороге мы тут зашли в парк какой-то. Тут такие вон домики, а уже Аленка там. Темно. Вот это Алена. Там вот Максимка. Ключ начали. Не нравится тебе, да? Так, Максимка. Не нравится. Тебе нравится, да? Шли к Останкинской башне, но мы не стали близко подходить, чтобы лучше было видно. В общем, сбылась мечта идет, она называется. В эту поездку я побывала везде, где хотела, то есть мы в ДНХ побывали, Останкинская башня, вот она, телебашня. Приезжали мы в Воробьёвы горы, в МГУ, на Красную площадь мы вообще два раза прогулялись, в ГУМе там везде. Так что классная поездка. Жаль, конечно, что сейчас темнеет очень рано, и кажется, как будто мы уже ночью гуляем. На самом деле светло. Светлее, по крайней мере, чем вот тут кажется сейчас на экране. Первый, по крайней мере, да, вон там далеко это первый канал. А вот здесь вот прям близко это Россия. Еще тут есть наземное метро. Нет, на самом деле я знала, что оно есть. И как бы не то, что там диковинка, но просто так классно, у нас такого нет. А ты так проехала быстро, прям как... Точно. Мы в Новосибирске тоже по верху уже проезжали. Уже забыла. Ну все, пойдем мы теперь. Куда же мы теперь пойдем? Ну, в принципе, все, планы наши закончились. Остался только аэропорт опять Шереметьево сейчас. Будем вызывать такси. Ну и там уже, наверное, поснимаем. А, еще мы сейчас пока шли мимо. Вот здесь Останкинская, вот как бы... Вот тут район Останкино, и тут детская площадка, кстати, тоже называется, по-моему, Останкинская, проходила мимо, прочитала быстренько. Там такие детские игровые комплексы, вот, современные, классные. Максимка вообще отчасти не знал, куда броситься, на одну качель, на другую качель. Там причем мягкое покрытие такое было, что падай, не больно будет. Вообще, вот этот человечек, который сейчас не видно, скорее всего, там по листьям бегает, тоже очень довольный остался, даже уходить не хотел. Пошли, наверное, подойдем туда сначала, какой-нибудь магазин найдем.